творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфри. Матрица успеха, книжечка Sunlight из моей библиотеки. Страница 125, матрица удачи. Это матрица, своеобразный катализатор, помогающий тысячекратно ускорить достижение успеха в наших начинаниях. В финансовой сфере, в творчестве, в учебе, в предпринимательстве, в бытовых делах. Она содержит ту силу, которая уничтожает все неблагоприятные кармические реакции, то есть нейтрализует негативные последствия нашей деятельности. Как интересно пишет Sunlight. Она является также мощной защитой от всех связанных с нашей деятельностью опасностей, которые мы даже не способны предвидеть. Подсознательное ощущение опасностей вселяет страх и мешает проявляться успеху. Кроме того, постоянное ношение мантры помогает успокоить ум, усилить концентрацию, расширить восприятие, развитие способностей к медитации и визуализации. Помогает раскрытию интуиции и освобождает от пристрастий. Визуализируя эту ядру, вы почувствуете ее благотворную энергию и вибрации на разных уровнях сознания. Она оттеснит все отрицательные мысли и образы, нейтрализует деструктивные программы и позволит настроиться на волну действительной любви и изобилия. Янтры, мандалы, психограммы, ментограммы в алхимии изобилия. Так что вот, сейчас я вам покажу эту матрицу. Матрица удачи, как она выглядит. Так что вот, с вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди, моя авторская программа, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли.